Так, всем привет! И сегодня мы будем рисовать вот такую приколку. Сейчас осень и урожай, и поэтому это идеальная картинка. Сначала надо нарисовать форму тыквы. Смотрите, она как овал. Я делаю точку тут, это будет как бы низ тыквы, и точку здесь, это будет верх. Мы пока не еще как бы стебелек не будем рисовать. И я потом рисую вот такой овал. Это будет примерная форма тыквы. Теперь делаю такую вот точку, можно сказать, ну, примерно, где будет эта зеленая часть. И потом остаток, смотрите, делаю вот такой овал. Вот так делаю. Это одна часть как бы нашей тыковки. Она как бы разделена на несколько частей, и мы можем этими частями их нарисовать. Вот так. Дальше делаю следующую. Я вот так немного поднимаюсь за вот эту линию, и вот так вот иду вниз. Вот так. Потом с другой стороны то же самое делаем. И они не обязательно должны быть одинаковой формы, поэтому как бы меняйте как их размер, ширину, толщину. Вот так. Дальше следующее немножко выходит. И потом... Смотрите, я нарисовала, например, тыкву, которая намного больше получается, чем то, что я сейчас рисую, поэтому я не обязательно должна следовать этим, то, что я здесь делала. Потом вот тут еще один делаем. Вот так вот здесь поднимаем, и вот тут тоже так же делаем. Вот так. И теперь сзади у нас где-то несколько, что же получается. Да, вот так. Делаем. И потом, может быть, зеленый стебелек нарисовать. Он вот так загибается. И вот такие делаю линии, чтобы было видно, что у него как бы текстура есть. И вот так. Мы с вами закончили эскиз. Я стираю вот эти линии ненужные. Вы готовы начинать раскрашивать? Да, готовы. Ребята, кого-то нужно подождать? Да, Можем доставайте продолжать, кисточки. видимо. Да. Да. Берите тогда кисточки, и мы будем сейчас раскрашивать.
Сегодня, наверное, у меня будет такая кисточка. Мне кажется, одной такой хватит. Но можно будет взять потоньше в конце. Но пока можно такое взять. Вот. Давайте дам вам 2 секунды, например. Кого-нибудь надо ждать или можем дальше? Наверное, тогда дальше пойдем. Смотрите, сначала мы берем и закрашиваем всю тыкву таким ярко-желтым, а весь стебелек таким зеленым-мятным цветом. Вот. Линии немного вот подтираю. Сейчас ластик найду. Вот, потом беру макакишку в воду, беру такой яркий желтый, но не лимонный, чтобы он был, а такой просто желтый, потому что лимонный нам не нужен. И вот закрашиваю всю тыкву этим цветом. У меня есть только лимонный цвет. Ну, тогда добавь немного оранжевого в свой лимонный цвет. Совсем капельку как бы оранжевого помешай, и будет такой вот побольше. Я ее закрашу. Хорошо, подожди пока. Надо, чтобы оно высохло. Вот, я тоже закрасила. Значит, что все как бы высохло. Хотя бы первые части, которые у нас есть. Еще можно, значит, закрасить вот как там. Стебелек такие мятные. Таким зеленым мятным. Смотрите, мы сначала будем делать все светлыми цветами, а потом слоями добавлять потемнее цвета. И поэтому мы делаем как мы сначала светлые.
И кончик я делаю таким светло-коричневым. У меня высохла первая часть, поэтому я беру оранжевый. И начинаю раскрашивать. И я закрашиваю почти все. Но чаще всего будет блик посерединке, но здесь он сверху, потому что это боковая часть. И вот так вот закрашиваю и оставляю блик сверху такой. Вот так. Потом, когда высохнет, мы еще сверху оранжевым пройдемся. Дальше подожди. Пропускаю один, и если у меня, например, серединка высохла, ее делаем. Здесь все такими стрижками получается. С одной стороны делаю, как бы докрашиваю до верха, а с другой стороны, смотрите, снизу всегда будет закрашено почти полностью, потому что это самая темная часть. Я делаю такой один стежок с другой стороны тоже. Вот так. Потом иду на следующий, который я только что пропускала, если у меня не сильно сыро на нем, у меня не сильно. Поэтому я вот опять снизу делаю много. И здесь делаю больше как ближе к верху посерединке. Иду на следующий опять. Здесь большой такой блик, поэтому немного только снизу делаю. И потом такими штришками поднимаюсь наверх. Вот так тоже делаем. И делаю потом последние несколько.
Вот так. Это мы сделали следующий слой. Теперь сделаем. Теперь можем добавить вот в стебелек побольше цвета тоже. Зеленый делаю поярче. Я помешаю немного серым, чтобы был такой цвет, оттенок. И делаю не все, делаю немного. Вот одну тут часть нижнюю делаю. Вот так просто обвела, а потом еще, может быть, сверху обведу. Хотя тут так мало, тут немного оттенка, поэтому можно сразу обвести уже. И мы закончим с этим. Вот так и вожу вот эту круглую часть. У меня получился такой какой-то шлепочек. Я делаю такую линию и соединяю с этим. Как будто это как там. Ну, кого так должно быть, всегда можно починить все. Так, потом делаем следующий оттенок. Делаем оранжевый, и к нему сейчас. Либо просто делаем потемнее, поярче оранжевый, либо к нему добавляем цвет другой. Сейчас посмотрю. Я, наверное, делаю просто потому, что у меня получился такой светло-оранжевый в начале, поэтому я сейчас пойду просто таким ярким оранжевым. И делаем теперь меньше, как бы мы не все как только что закрашивали, оставляем еще больше пространства. Здесь вот так, потом дальше. Вот так и закрашиваю вот эту часть тоже.
Я так цю тику закрашувала таким паяче-оранжевим. Дальше делаем такой оранжевый с красным. У вас получается вообще? Я мешаю оранжевый с красным теперь. И теперь этим цветом. И опять же закрашиваю меньше, чем в прошлый раз.
Я закончила делать с оранжевым и красным. Хорошо, подожди секундочку, я тоже почти закончу, мы сейчас все вместе будем дальше. Вот так. И теперь делаю красным. Хотя, ну да, когда высохнет, делаю красным. Давай еще спросим, ребята, кого-нибудь нужно подождать, может быть? Успеваете, понимаете, что делать нужно? Кого-нибудь ждать? Молчат, видимо, заняты и успевают. Хорошо. Теперь делаем еще как бы меньше, закрашиваем совсем маленькие части. Вот так делаю красным. И теперь мы делаем коричневый, смешиваем коричневый с красным. И смотрите, мы обводим все эти части и немного добавляем тени сверху. Не сверху, снизу, и на нескольких сверху. Вот так.
До свидания. До свидания. Вот, смотрите, мы с вами закончили. И если хотите, вы можете нарисовать на ней лицо, как такое страшное, вы знаете, черным цветом. И да, это черным. Ну, так-то мы с вами закончили. Ставим подпись. Как у вас получается? Нормально. Ан-Ан, молодец, да, красиво. До свидания. До свидания. Виктория тоже молодец. Я не знаю, если у тебя счет или нет, но можешь положи, потому что Да, положить лучше и вроде бы поправить сейчас. внизу. Угу. Ребята, До если кто-то... свидания. До свидания. Спасибо.
хочет показать свою работу. О, смотри, у Виктории еще одна. Видимо, брат. Молодец, да, красиво. Молодцы, ребята, что рисуете все вместе. Вот еще Милена, похоже, хочет показать. Ага, ждем. Очень красивая тыква получилась. Прямо жалко, когда ты сказала, что нарисовать страшное лицо, что И, она ну, это как испортит. бы, если хотите, это не обязательно, конечно. Да. Можно показать? Конечно. Показывай. Молодец. Да, красиво. Ну что, в целом все закончили, да, у нас? Да. Тогда давайте пойдем. До свидания.